магазинам. Я туда всем назову. И здесь по дороге еще 10 магазинов. Это день рождения для Надежды. Это та семья, где я варила, приехали с Анапы. Вот они, муж и жена. Welcome to America. Мы их встречали. Сегодня у них день рождения, вот именинница. Дорогие украинцы и русские, момент вам всем сказать. Любите друг друга, берите пример из нас. Мы вот украинцы, я с Черкасской области, муж Запорожья. А все надо, если не отпустил, потому что волосы не растут. Вон соседка наша, Раиса, с Украины. В нашем доме с тех пор, как бегут от войны не только украинцы, а бегут от войны и русские, чтобы не идти, не воевать и не убивать. И мы их встречаем в нашем маленьком, таком уютненьком домике тесном. Вот. Мы их встречаем. Помогаем с адаптацией. Правда? Поздравляю. Правду я говорю? Помогаем с адаптацией? Поздравляю. Ну, я думаю, что вот это все адаптация называется. ДМВ, банк, что еще? На работу. За паспортом какие-то копии делать, правда? Это адаптации. Ну, а до адаптации с детеншами кто меня вытаскивал? Вы вытаскивали? До аэропорта встречали. Мы с Надей вытаскивали. Надя приехала первая, а ее муж потом. И мы выкупляли бонд, выкуп назначают некоторым. И мы выкупили и Женю, и потом с Надей была одна в детеншине. Тоже русская девчонка там была, да? И мы всех вытаскивали. Кого еще вытащить, говорите. Happy birthday, Надежда. Я говорю, что вытаскиваем даже тех, кто не хотят. О, сейчас они пополнили человека. Мы с Женей сегодня украшали. Женя надувала эти шарики. Вот он, красавец. Каждая буква. С Анапы. Его дыхание. Ну да. Мы букетик подарили Жене, но ему надо подарить. Там очень красивые оранжевые розы были. Мой муж, моя соседка. И Надежда Тори Файв. С днем рождения, Надежду. С днем рождения. И мужа Надиного тоже с днем рождения. Вот он. Welcome to America. Неделю, как в Америке, наши русские друзья.
уже 35. Сегодня. Еще 35. Happy birthday! Надя. Happy birthday. А не знаю, где ты все. Ну что дальше? Дальше будем пить чай. Happy birthday. Американские фиги. Инжир. По-русски. Вот такой виноградик большой. И мандаринки. Именинница делает нам чаи. А кактус? Ой, нет, это алоэ. Кактус не поливается. День рождения осенью. Красиво.
справа там идет рыба, икра, кефиры всякие, рядом. С днем рождения. Happy birthday. Торты, пельмени. А с левой стороны идет капуста квашеная, морковка по-корейски. Это все русские тоже делают. Пельмени лепят, сдают в магазин. Вот это тетра, это часто лепят в собрании. Там, ну, у них собирается, там, девчонка, ну, женщина собирается. И лепят. И потом сдают вот так. Они благотворительный фонд, потом деньги отдают, они тратят на всякие там идеи, там на одежку, там и на ездят в Мексику с этим. Сочетается с желтым и с... А не, это подсолнух. Что я это поснимать? Как ты себе это видишь? Ты забыл, кто я, муж? Для меня это на первом месте. Да. Окей, с днем рождения and welcome to America. Дорогие друзья, написано Слово Божьим: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Сейчас русские также люди бегут из России сотнями каждый день. Они не хотят идти на войну. Они бегут в США, в Европу, то куда может. И Бог дал мне такой труд встречать их. У нас в США я всех встречаю, помогаю вам, но жестко в вопросах. И некоторое время они даже у нас живут. Извините, пожалуйста, за такое некрасивое, ну, видео. Я его снимала вот на этот телефон. И получилось, я нажимала на паузу, а получилось, я выключала. И получилось 3 видео. Поэтому я из 3 сделала одно на другом устройстве. Плохо получилось. Так что я не профессионал в этом. Вот. И, ну, мы должны светить светом. Даже когда мы в огненной печи или во львином рву. Всем, друзья, благословение от Господа. Спешите приготовить себя.